цветают, цветочки цветут. Выдалось несколько свободных деньков, и решил показать, что такое газовый анализатор и как понять, пробило ли прокладку двигателя и попадают ли выхлопные газы в системе. Вот на примере своего автомобиля, которому уже 329 тысяч родного пробега, то есть он вот такой, как есть, я ее брал, у нее было 210, проехал я на этом автомобиле с Божьей помощью больше 100 тысяч километров, и пока ничего не дымит. Ну, не дымит по разным причинам. Может быть, где-то что-то там кольца уже пропускает. Есть, кстати, видео на канале, где на 278 тысячах, по-моему, вот здесь вот оставлю ссылочку, мы откручивали свечу и эндоскопом смотрели в середину цилиндров. Так вот, на пробеге 280 тысяч практически, там еще была видна заводская ханинговка цилиндров. Сегодня видео не об этом. Сегодня я покажу, что такое газовый анализатор и как понять, есть ли в двигателе газы, пробило ли прокладку, попадают ли газы в систему. То есть, когда идет пробой прокладки, вот это вот первый признак. Оно еще какое-то время после этого ездит, но очень часто с этими проблемами люди начинают уже продавать автомобиль. Этот прибор показывает даже мельчайшие частицы присутствия выхлопных газов в системе охлаждения, в самом антифризе. Это очень полезно тогда, когда есть всякие мелкие микротрещины. Иногда, вот, кстати, говорят любители Volvo, что между вторым и третьим цилиндром очень часто есть микротрещины в головке. Он на самом деле еще очень долго ездит с этими проблемами, но иногда такие проблемы действительно бывают. Да и не только у Volvo. Есть такие проблемы абсолютно у всех. И вот понять до того, как выбрать автомобиль, если такая проблема или нет, вот поможет вот такой вот приборчик. Очень полезна эта штука будет для дизельных двигателей, потому что на бензиновом там все просто. Ну, как просто? Можно даже там, когда уже пипец прорвал эту прокладку, можно, конечно, и на расширительный бачок вот сюда одеть, презерватив, перчатку, вот что-то такое, которое уже даст выхлоп. И когда уже конкретно надувается эта рукавичка, вот тогда понятно, что уже полный алис, это нужно менять. Из чего состоит это прекрасное чудо? Значит, есть колба. В эту колбу наливается вот химическая жидкость, в реакцию с которой, если попадает сюда углекислота, то она сразу меняет цвет. Сначала она становится зеленая, потом она становится желтая. От степени того, насколько она изменила цвет, можно сразу понять, насколько быстро или же сильно попадают в систему выхлопные газы, в охлаждающую систему. Наливается оно вот по вот этому уровню. И сейчас я соберу всю эту конструкцию. Наливаем это чудо сюда. Дай бог здоровья. Да, у меня такое часто бывает. Так, одеваем пробочку, одеваем свисток. И, в общем, вот эта вот часть, она одевается в расширительный бачок вот сюда. Воздух поступает вот сюда. И если есть в системе охлаждения выхлопные газы, то вот эта штука начнет менять цвет. Ну и сразу, вот пока есть пациент, ну, к сожалению, я сейчас нахожусь в деревне, далеко от Киева, ни одной дизельной машины я здесь не вижу. Есть одна бензиновая машина, есть вон там моя вторая бензиновая машина. В общем, если тут в системе есть отработанные газы, в системе охлаждения имеется в виду, сейчас жидкость поменяет цвет. Запускаем двигатель. Смело надуваем 7-8 раз. И если есть в системе выхлопа отработанные газы, ну, грубо говоря, я уже сделал штук 12, и он вообще не потерял этот цвет. Подрезюмируем. В этот двигатель, в систему охлаждения выхлопные газы не попадают. С этим мотором все классно, с этим мотором все нормально. Сейчас попробуем еще вторую машину. Ну и потом попробуем уже вытянуть газы с выхлопной трубы, для того, чтобы показать, что эта жидкость в реактивах, она реально действительно работает. Это закрываем. Двигатель запускаем.
сейчас вот я сделал, по-моему, 11 или 12 раз нажал самой этой баклушей, и воздуха никакого, углекислоты здесь нету. Так что с двигателем у меня в этом автомобиле тоже все хорошо. Ну, а то, как ведет себя эта жидкость возле самой выхлопной трубы, сейчас пойду покажу. Так, ну и смотрим, меняется ли. Сейчас она должна вообще пожелтеть. Двигатель выключил, заглушил. Вот так вот выглядит жидкость. Вот так вот она меняет цвет, когда вот сюда попадает углекислый газ в эту жидкость. Ну, в данном случае мы добились этого, когда засунули прям под выхлопную трубу и сделали несколько замеров. Буквально после четвертого оно стало, вот поменяло цвет. И вот, когда вот такой вот цвет будет вот здесь вот в бачке омывателя, это значит, что уже полный алис, и нужно срочно менять, искать место. Либо прокладку, либо трещину в головке, может еще где-то что-то. Но это признак того, что в двигателе есть попадание выхлопных газов именно в систему охлаждения двигателя. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Одинавто». Всем удачи на дорогах, всем пока-пока.